2016 год принес немало выдающихся спортивных достижений, навсегда вписанных в летопись российского спорта. Наши земляки продолжают прославлять Славянский район в различных видах спорта. Так, недавно сборная края по академической гребле, в состав которой входят славянские гребцы, побывали на всероссийских соревнованиях. О своих успехах они рассказали нашим корреспондентам. Спортивная секция академической гребли в Славянском районе сегодня уверенно смотрит в будущее. Из 60 ребят, которые в ней занимаются, 20 попали в сборную Краснодарского края. Недавно команда Краснодарского края вернулась из Казани, где проходили всероссийские соревнования по академической гребле. На них две титулованные спортсменки из нашего района, Алина Захарова и Елизавета Ковина, стали победителями. Сейчас сборная края на базе отделения академической гребли Славянского района готовится к первенству мира. Сейчас в сборной России готовится к первенству мира в Голландии. 21 августа они поедут в Голландию защищать честь нашей страны. Гоняются они в восьмерке в этом году. Так что будем болеть за них. Академическая гребля стремительно развивается в Славянском районе. Именно поэтому в этом году по поручению главы района Романа Синеговского была приобретена новая современная лодка для занятий по академической гребле. В прошлом году уже стало у нас, в 2015 году, острый вопрос о приобретении лодки. Лодку наши тренеры нашли, порядка 800 тысяч мы запланировали на этот год. И в этом году мы уже эту лодку приобрели. Спасибо большое, что нас Роман Иванович поддерживает. Мы будем стараться и дальше, чтобы наши результаты росли и прославляли наш Славянск на Кубани. Рады не только тренеры, но и воспитанники. Ведь новая лодка – это дополнительный стимул к достижению новых спортивных вершин. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».